Друзья, одни из самых популярных томатов на сегодня это чио-чио-сан. Вот, смотрите. По 20 семян в пакетике у нас их. И еще один сумасшедший черри-бари. Тоже расфасованы по 20 семян. Это два сорта черри, которые плодоносят большими кистями, и они очень популярные. Их берут постоянно. Притом почти каждый нас заказчик покупает эти сорта томатов. Предлагаю вам сейчас в этом видео посмотреть небольшие обзорчики на Чио Чио Сан и на сумасшедший Черри Барри. Всем приятного просмотра. Если желаете их приобрести, под видео есть ссылочка на наш сайт. На сайте можно скачать каталог, и в каталоге вся информация, как купить семена. Томат Чио Чио Сан. Этот сорт я выращиваю уже больше 15 лет. Он очень урожайный, гроздевой. Посмотрите, вчера полили помидорчики, и они полопались. Много влаги. Вот такой вот сорт. Розовая сливочка. Большие гронки. Шикарный урожай в этом году. Кусты облеплены. Частично уже мы сняли плоды. Часть еще осталась. Сегодня надо собрать их. Вот это все Чио Чио Сан. Куст высотой до 2 метров. Плоды розовые. Вот такая мякоть у них розовая. Двухкамерный, семян много. Такой вот помидорчик. Уже даже перезрели. Вот такая вот гронка, это одна срезал. Давайте попробуем на весах, как она. Она и не поместится. Хотя бы как-то положить. Четыре, но вы видите, плоды не все легли. Один плод весит 32 грамма, 39. Давайте вот покрупнее, 42. Отличный сорт, прекрасно подходит для консервации. Кислиночка совсем маленькая, он вообще такой, знаете, необычный вкус, вкус настоящего помидора, ароматный, с еле-еле такой чувствуемой кислинкой. Мне он нравится. Вкус настоящего помидора. Это у нас сумасшедший черри барри. Огроменные гроны. Уже перезрели, осыпаются. Как видите, на гроне есть и спелые плоды, и
дальше завязываются недозревшие. Эти можно сорвать, эти еще будут расти. Плюс вверху закладывается также новые гроны, продолжают цвести. Высота куста уже 1,80 м. А вот куст уже на высоту вытянутой руки где-то 2,20 м. Ну, как видите, цветут, завязывают плоды. Самые верхние гронки уже, видите, 5-6 помидоров. А нижние облеплены. Вы знаете, в октябре тоже будет много этих помидорчиков. Когда другие сорта не плодоносят, эти будут. Вот такой вот сумасшедший черри. Вот, смотрите, одна такая большая кисть висит. Тут немерено плодов. Я не считал. Больше 50. Я не срезал, чтобы показать. Ищите на моем сайте фото. Я сфотографируюсь с этой гронкой. Какой-то из этих грон. Вот вообще огроменные. Видите, одна такая большая грона висит. Просто чудо-сорт. Этот кустик маленький. Грона. Завязал. Будем уже собирать их, потому что перезрели. Плотные можно консервировать. Сладкий плод. Вот смотрите. Это все в пыльце с растения. Рука у меня. Не обращайте внимания. Такой вот желто-белый плод с носиком. Отличнейший. По вкусу. Видите, много уже осыпалось. Валяются. Сейчас мы их все соберем. Сорт захватывает своей красотой. Это урожай 2018 года. Вот его ряд. Все увешано.